Хейл, гайз, с вами Шеймики, и мы не продолжаем пройти игру, а мы как делаем еще мини-кратенький обзорчик, да, ну, чтобы более познать игру эту, чтобы понять, проходить или нет. А, эта игра у нас Legend of the Bumble. Так, мы играли за Брейва, то есть за воина, да, теперь у нас Нимбл. А у него какой-то игла. И что-то. Тумприк. Нидл. Так, игла. Дамажит Гуэйна. Так, повышает силу с каждой атакой. Короче, дамаг гвоздя увеличивается по моменту использования его. Тратится энергия. Топтик. Remove a single tile. Уничтожает один тайл. Поехали. Ну, типа Кейна. Wait, Matrankers. Play the unskilled game. As rewarded Michael. Сейчас подождем. Посмотрим, какой из тебя сильный слабый сторон. Ну, блин. В принципе, мы используем зубы и мочу. Моча у нас, получается, будет постоянно... Да, блин, ну и хотя... У нас получается и кости дамажат. Вот кости. Мы дамажим с помощью костей. Ага, у нас уже так. Все. Сразу столько врагов. Почему так врагов много? У него еще два сердца только. Да. Да, классненько. Я могу сделать так, получить две кости. Город Лайт раз, Милвер два. Так, капля у нас падает. И нам еще дается предмет при этом. При этом, при всем, нам дается еще и предмет, который мы сломали. Один урон. Теперь два урона. Понятное дело, что он будет каждый раз сбрасываться, да? Кучка. Хотя я могу зубы сделать. Я могу сделать зубы. Ладно, давайте лучше липучку. Я накину, чтобы он еще шевелился. И ничего не использовал. Они вдвоем его закрывают. Хорошо. Бар. Еще плюс движение. Лови. Крит. Плюс критуля. Ставим говно. Двойная какаха, то есть защищает двойной силой. Мне нельзя, чтобы он двигался. Так, мне бы что-то на атаку какую-то. Но при этом, чтобы при атаке... А, подожди, в принципе... Я могу сделать таким образом. Так. Ладно, пускай ходят. Газы. Плевать. А, там еще какаха валяется. Подождите, это плохо. Ну какаха атакует и ничего не будет. Здесь я много зубов получу. А он какаху засамонил, если какаха не атакует. Понятно. Пошли три зуба. Раз. Я не понимаю, как здесь это работает.
А что если я... Ладно, я... О, говняха еще одна. Заложу полную говняху здесь. Ладно, короче. А, у меня два этих есть, два удара. И все. Ну и все. Так, получай монетки. Tail and the Alt Objectors. Removes. Уничтожает тейлы и все объекты. Push all front raw animals. Уф. Не знаю что, короче, скорее всего отталкивает. Отталкивает всех фронтовых и рейновых врагов. Какахи мы, кажется, используем, да? Мы кости нигде не используем. Да. Хорошо, здесь у нас сразу. Начинаем с новым и с уроном. Там, так, там какая-то опасная муха, я смотрю. О, это же взрывная муха. Бэк. Мана Коин. Что вот это делает, мне интересно. Так, давай мы, наверное, как поступим. Ай, подожди. Она не сработала, потому что враги так далеко. Может быть, это на каких-то боссах поможет. Хотя на мухе это и может помочь, если она летающая. Запрещаю тебе атаковать. Фак. Ну, за два хода я получу косточку. Два хода. Дополнительный ход. Так. Давайте, наверное, бить с помощью мочи. Убивать их. Надо их убивать. У меня есть один ход. Я могу, в принципе, сломать... Что я могу сломать? Три капли. Получит еще один ножик. Бац. 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 При этом я получаю какахи. Слизь. Кидаю на муху, чтобы она там оставалась. Эту я убиваю. Даю шаг. Использую дерьмо защиту. На всякий пожарный. Берем кости. Уничтожаем. А, сразу муху мы атакуем. Хорошо. End. Так, она подлетела, это плохо. Нихер по мне подлетать. Можем сделать таким образом. Бац. Ага, она. Воу! Это было какие-то огромные зубы просто упали, сожрали нахуй. Прикольно.
А сколько там вайлов? Вайлов. Не важно. Так, тебя закрываем. О, и тебя закрываем. Такс. Текс. Мне бы зубы получить. Я могу делать так. Я получаю ход и атаку. Понимаю. Ну, сразу тратим. Ладно, на тебя. Как бы так мочину сделать. Ага, у меня было два хода, оказывается. Ага. А, он перепрыгнул. Вот это плохо. Это очень плохо. Дерьмо. Защищаемся от одного. Юзаем. Так. Атакуем. Она нихера не делает, она просто отталкивает. И он и меня еще и ману сожрал. Ё-моё. Классно. Классно живем. Главное не сдохнуть. Плюс мана. В смысле, а почему я ж потерял ход? Эта игра невнимательна. Это плохо. У меня вообще хп не остается. Так, стоять. Я походил! Я не довел! Фак! Я мог... А, она какашку ломает. Ладно. Not bad. Почему бы нет? А интересно, если будет много очень говна? Провернуть. Мне сюда, да, нужно ЖК хоть сюда и убрать. Типа 7 штук, чтобы было. Но этого нельзя, но никак не получится. Так, ладно, один ход, не буду мучиться. Нихер тебе ко мне ходить. Давай. Сожрал мою ману, мне все равно. Я кидаю в тебя зуб. Я получил иглу. Ну игла это что это? Это сразу почистка. Два раза я могу зубочистку сделать, использовать. Что это даст? Заговнил, да, и все. А, нахера это использую? Палки-палки. У меня же ходы есть обычные. А, не страшно, если он даже такой, то меня не убьет. Ну, смысл я играю, если я уже умер. Йом, юпсель-мопсель. Мне бы здесь что-то водное. У меня костей много. У меня много костей.
Вонючка, это не работает. На таких, как он. Только на врагов, которые приближаются. Как мне кости сделать? Ладно. Раз. Двадцать. Три. Двойное замедлом. А, ну и гладью. Чё я туплю? Шесть дамаги. У меня пол сорнячка. Кнок пол Эльмас. Кнокбэк. Гоин вам. Лов. Говнистый враг. У него тоже хп не так уж много. А, он отталкивает. Найс. Кнокбэк. Зашибись. Кто же знал? Кто же знал, что такое будет дерьмо? И мне даже от атаки... А хотя не от атаки я защищусь. Ш... Так, я вижу, хорошо, я вижу этот. Он меня просто грохнул. Что это такое? Не работает. Ладно, пытка не пытка. Так, ладно, вижу мочу. Мочу нужно набивать. Мочу надо набивать. Зеленые херни у нас тоже не так уж много. Нужно его стопить, чтобы он ко мне не лез. Я на месте. Так, Кахи. Так, вернись. Почему он муху атаковал, а не нижнего? Классно. Ладно. Прогорает. Они все двигаются. Ёлки-палки, ладненько. Зубы. Ага, и мне урон нанёсся ещё при этом. Бывает. Короче, у них только две клеточки, они около меня уже стоят, я понял. У них небольшой радиус ходьбы. Так, я могу три опустить, как раз я на него липучку сделаю. Я не хочу знать, что будет, если он ко мне подойдет. Подойдет. Так, дальше у нас золотая комната. Хартс. Восстанавливает оно сердце. Лос ван мо. Можно использовать всего лишь одно использование. Go mana to Los Commutile. Короче, восполняет ману за счет вот этого. Что
что я использую? Подожди, мне... Хотя ладно, я это не использую, так как... Какие-то новые противники. Какие-то новые противники. Неважно, используем выбор. Блин, ну он на самом деле самый вредный сейчас. Поэтому его лучше первым выпинать. Хорошо. Так, еще у меня два тырка. Два тырчика. В принципе, мы делаем так. Берем тырчик, используем. У нас есть зелень. Закрываем его, потому что он может сейчас засамонить либо говно, либо пустить в меня яды какие-то. Сделать так, чтобы я мог еще двигать потом. Три урона. Хорошо. Что? Серьезно? Гоин мана. Это мана? Ну, nice. Короче, я переработал это в какую-то одну. Великолепно. Хорошее приобретение предмета. Я рад. Ладно, какаху убиваем. Костяхи получаем. Костяхи получаем. Снова могу преобразовать. Стоит ли? 6 тырков у меня есть. 6 тырчиков, 6 тырчиков. Давайте. Не понял. Я понял, что это значит. Гуманно, я думал, мне куда-то в одну удаются, а оказывается нет. Забирается отовсюду, а дается мана. Именно мана на активный предмет. Круто. Круто. Что мне еще рассказать? Просто вау. Ладно. Врага надо замедлять, по-любому. Нехер ему атаковать, скорее всего это взрывная эта фигня, которая пускает яды. Хорошо. Да, тогда мне не повезло немного. То, что у меня предметы дерьмо. Просто полное дерьмо. Я тут еще дерьмо поставлю. На единичку не страшно. Сразу ставим защиту себе. Ага, яды. Так, зубчики. Убиваем уху. Создаем себе. Подожди. Ну да, давай. Хотя я могу сделать так. Вот.
отправимся, да? Кидаем костяхи. И что мы получаем? Мы получаем больше говняшек. Заставляем просто бомбами. Пускай ходит. Кости. Плюс липкость. А он. Даже он атакует даже после того, как у меня есть ходы. Прикольно. Убиваем. Так, итого у нас половина хп. Опа. Spell cast less from the rooms. When going to next damage taken. Так, дает монету за следующее получение дамагии. Ну так и я как не доживаю до чего-то, для чего мне нужны монетки. Я даже не знаю. Но лучше вот это, я думаю, пока что взять. Лов. Слово. Снова кучка дерьма. Так, снова кучка дерьма. Так, как бы так поступить? Ну ж, блин, он же будет сейчас дерьмо это самолить. Он подошел ближе. Хорошо. Зачем я это сделал? Ладно. Он, кажется, что-то скушал. А что это за говнюшка? А, да ладно. Вот так вот. Так вот. Он двигать не дает. Ладно, создали полную защиту. Мы создали полную защиту. Гамнюха меня спасла. Пипец, он все засирает. Просто все меня тут обосрал. И главное, что он еще этих тварей самонит. И у меня глаза разбегаются, я нихера не понимаю. Я нихера не понимаю. Мне нужна косточка.
косточки я не получу. А, у меня три хода, подождите. У меня три хода. Так, у меня будет 5. Одну сюда косточку. Одну сюда косточку. Дальше. Дальше. Так. А, так, камон. Раз. Два. Три. Сюда. А, он уменьшает прокат. Да ладно. Так. Окей, мы убили еще одного босса. Но. Так, это способность. Mana gain to attacks. Free poop throw. И чё? Бесплатная какашка трона. My ad mana going to attacks. Не понимаю. Типа восстановление маны при атаке. Free poop. Что значит free poop? Давайте free poop возьмем. Так, Animal Are Restarting to Puzzle Attacks. Так, это выход. 5 монеток, угадай, что в черепе. Так, что-то еще. Что значит двойка? Что это значит за цифра? Давай 4, допустим. Пещеры. Холлоу. Или это не пещеры? Ну, куда-то я точно пошел. А вот куда, фиг его знает. Ой, ну понятно. Что это дает? Какие-то агрессоры. Хорошо. А, вот что оно дает. Бесплатная капулька в начале. Ясненько. Нужно сразу думать наперед на следующие ходы. Сразу эту территорию копнем.
территория. Начинать их убивать. Сразу пытаться. Так, у меня зубов нет. Зубов нет. Надо уже справлять. Ух, черт, это сейчас больно. Я! Да плохо тоже. Вот так сделать. Хотя могу сделать так. Подковырнуть. Метнуть сюда кость. Защитил зубы. Ну теперь что-то нужно как-то подогнать. Ладно, так. Атакуем тебя. Ага, нужно всех, короче, чтобы они все упали, чтобы сдохли. Хорошо. Ну, я дам ему шанс. Здесь не страшно. Как сделать? Давай, так, раз. Мы территорию заходим. Ладно, сейчас покажу. Даем ему шанс. Раз. Два. Ну, чтобы сейчас. Сразу на всем поле. Какая хер. Прикольно. Прикольно, не знал. Значит, зубами огромная пасть падает. С кокульками просто кокульки появляются. Не, вот эта способность прикольная. Рукам. All animals. Вернешь? Вернешь, это хорошо. Не вернешь, мне нужно для большинства вещей. Хотя бы до двух вот этих два раза это отражать. Что делать этот червяк, мне кажется, его лучше убивать. А он также работает, как и черви те. Там сзади слизи. Подогнать.
мы еще раз делаем ту же вещь. С кабульками. На всю зону дерьмо. На всю зону дерьмо. Дальше я... Не, подожди. Здесь. Лучше подумать. Так. Так. Надо его запрятать, чтобы он не атаковал. Этим запретить атаковать. И нанес урон только тем, которые на земле. Неплохо. Так, теперь ты отдыхай. Еще раз так бы слить их. Ну нахера вонить нужно эти вонючки. Два раза, короче, забьем. Да, бьем. Почему они еще живы? И атакую, наверное, его. Хорошо. Давай у тебя. Дальше здесь у нас кости. Кости. Кошка, я убиваю тебя. Теперь понять, как бы до вас дотянуться. Мы делаем тогда таким образом. Оп. 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 Дальше. Так. Да ладно. Надо, чтобы он слез просто. Время уже много прошло. Взрывающийся. Ё-моё, вот это вот плохо. Так. Так, косточку сюда.
каждый раз режем. Хотя зачем мне резать? Делаем так. Ставим сюда говно. Дерьмо меня защитило. О, найс. Говно меня защитило. И, в принципе, я больше здесь ничего не вижу. Ой-ой-ой-ой. У нас же два, наверное, сначала атакую. Ага. Проверка атаковать. Блин, давай нужно дерьмо сделать. Если я дерьмо не сделаю, это проблема. Очень жестко. Вот бы так, блин, еще плюс себе вход прибавить один. Делаем так. Дальше мы спускаем. Что мы спускаем? Мне нужно говнюку как-то спустить. Жесть. Жесть. Ладно. Так. Давай. Стой там. Ой, да ладно. На два хватит, давайте. Раз. Готово. Попался только ты, червячок. Сразу ставим себе защиту. Свалит, не свалит, там уже все равно. Зуб. Все, он погибает. А, он не погибает. Ладно, я все равно запрещу тебя атаковать. А, хотя я тебя смою, да и все. Готово. А здесь сейчас должен быть босс. Привет. Дает 3 рандомные маны. Попробуем. Гипс. Слизень какой-то. Ни хрена себе. Как он выглядит. Ну, я тебе, наверное, сразу запрещу атаковать. Я не знаю, на что ты способен. Даже знать не хочу. Кости. Где? Нужно застраиваться, мне кажется. Костяшки. Так, готовый спел.
уменьшаем количество. Восстановить ману, наверное. Ни хера не удалось. Мне нужно хорошо подумать. Нужно не давать ему просто ходить и набирать желтенькие. Он делает всего лишь один ход. А чем он опасен? Вот это вот интересно. Мне просто даже его атаковать не хочется, потому что мне кажется, он будет размножаться. А, за удар у меня отнимается. Или нет, показалось. Ну, каюшки. Теперь, я думаю, его можно атаковать. О, все, он убит. Не знаю, в чем сложность. Ему главное еще каждый раз критуется. Это, наверное, из-за липкости, да? Что-то я босса даже не почувствовал. Это босс как будто не существует. Бамблс снова победил большого монстра. Наконец-то Бамбл заполучил свою золотую монетку. Но Бамбл увидел шатающуюся коробку. Подумал, что же в ней. Костюм мамы. Собака с лицом, с человеческим лицом. Либо зубы. Он решил не ждать и открыл. Бамбл. Так, Дестаунт. Ну у него видно сразу, что... Ага, Холл и Белл. Чистилище открылось. Смотрите. Что можно, в принципе, сказать о этом персе? Довольно прикольные активки, но тяжело именно сообразить, как правильно и поступить с ними. Что у нас насчет нового персонажа? Здесь у нас дамаг. Так. Следующий у нас... Я думал, у тебя сердце будет. Destroy Tails and Touching. Walk away. Дубинка какая-то. А, давайте, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.